Добрый день, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые! Сегодня в нашей творческой мастерской «Домик премудрой совы» мы начнем серию мастер-классов из джутового шпагата. Из него можно делать интересные аппликации, поделки. Сегодня мы будем учиться с вами делать вот такой цветок. Значит, для того, чтобы сделать цветок, сначала мы будем делать лепестки. Для этого можно на руку вот так вот намотать какое-то количество ниток, отрезать. Вот это вот будет у нас основа для цветка, для лепестков. Отрезаем аккуратненько углы этих вот ниток ровно. Ножницы должны быть острые. И вот из них, из этих вот ниточек, будем складывать лепестки. Нам понадобится клей ПВА и пинцет. Берем, допустим, вот один отрезок веревки, складываем вот так вот крест-накрест уголки, проклеиваем, клеим. Клей ПВА белый, но когда он высохнет, он на шпагате будет незаметный, будет бесцветный. И вот пинцетом вот так вот приминаем, прижимаем вот этот вот будущий лепесток и откладываем его сушиться на какое-то время, допустим, на сутки. Вот у меня вот здесь есть заготовки для лепестков, из них мы будем склеивать наш учебный цветок. Чтобы сделать такую сердцевину, мы скручиваем нитку вот так вот по кругу, вот так вот поворачиваем, 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 и накручивается колесико. Это вот наш будущая сердцевина цветка. Здесь, значит, отрезаем ниточку. Здесь проклеим клеем. Здесь надо прижать, и чтобы он приклеивался где-то, вот прижать к какому-то другому предмету, чтобы вот он, или прижать сверху, чтобы он был зафиксирован, вот этот вот уголочек, и тоже проклеился примерно тоже где-то на сутки, пусть он у нас лежит, клеится. Иначе вот он у нас раз и развернется, если не зафиксировать. Вот у меня есть заготовка уже заклеенная, приклеенная сердцевина цветка. Теперь мы собираем наш цветок. Вот эти вот лепестки из веревки. Тот, который мы приклеили только что, попробуем использовать. Он еще не склеился, но пусть тоже участвует в цветке. Теперь мы основу так вот обильно смазываем клеем. Клеим ПВА и приклеиваем на лепестки и прижимаем. Прижимаем, тоже надо зафиксировать. И пусть вот он у нас сохнет тоже сутки. Таким образом, вот надо работать на какой-то салфеточке пластиковой. Оставляем на сутки, и готовый образец, вот он такой вот, достаточно прочный, держится, ничего не отваливается. А на следующем нашем занятии мы будем делать листики из джутового шпагата. И сделав листики, мы с вами соберем общую аппликацию. Посмотрим, что у нас получится. А сейчас я вам прочитаю стихотворение Аполлона Майкова «Осень». Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу. Смело топчу я ногой
вешнюю леса красу. С холода щеки горят, любо в лесу мне бежать, слушать, как сучья трещат, листья ногой загребать. Долго на листьях лежит ночи мороз, и сквозь лес холодно как-то глядит ясность прозрачных небес. На этом наш с вами мастер-класс закончен. Всего вам доброго, до новых встреч!